слушаете Радио Болтком. Утро на Болткоме. Господи, уже 9 марта на календаре, за окном какая-то зима. 29-е, почти 30-е. Почти 31-е, почти вообще заканчивается март, но тем не менее, всегда приятно, когда можно присоединиться к поздравлениям юбиляров. Наши коллеги, вот журнал «Лилит» отмечает юбилей, мы искренне поздравляем. И с огромным удовольствием пообщаемся, узнаем, что нового интересного готовит журнал для своих читателей. С Инной Каневской, здравствуйте, Инна, доброе утро. Доброе утро. Рада вас видеть и слышать. Доброе утро. Я же именно к этому и подводил. Вот 30, не просто так прозвучало, что 30 лет юбилей. Я даже проверил. Ну да, с 30-летием, поздравляю. Я даже 30 не верится. Представляешь, 30 лет уже журнал «Лилит» выходит. С ума сойти. Инна, расскажите, как отмечаете юбилей, насколько в журнале будет праздноваться эта дата, какие, может быть, интересные новые рубрики, я уж не знаю, новые какие-то идеи, меняется, не меняется, все остается по-старому? Вы знаете, если придерживаться точных цифр, то юбилей у нас случился 7 марта. Вот, и мы очень готовились к этой дате, и приготовили много интересных статей, радостных, веселых, остроумных. Но, к сожалению, уже 2 недели как шла война, и как-то все это отмечать стало неприлично, неловко. И журнал тоже пришлось немножко переделать как-то в связи с ситуацией, со всем этим нашим отношением к тому, что происходит. Поэтому все прошло гораздо скромнее, и даже праздновать мы, в общем-то, намеревались достаточно широко всем издательствам пойти в ресторан. В итоге пошли только втроем, я и две Аллы, с которыми мы уже 30 лет сделаем журнал. Это Алла Петропавловская и Алла Куницкая. Скромно, тихо посидели и планировали очередной номер. А в самом журнале что все-таки мы оставили радостного, приятного, интересного? Во-первых, письма наших читателей, которые нам очень приятно было читать. Вот, например, кто-то сказал, что «Лилит» для него – это островок интеллектуального и эстетического наслаждения. А другая дама сказала, что «Лилит» – это часть чего-то неотъемлемого рижского, как кофе с бальзамом или маэстро. Вот, хвастаюсь, очень приятно было такое услышать. Ну, так заслуженно. Ребята, вы меня слышите? Да, конечно. Мало того, что услышим, мы еще и реагируем и говорим, что ну, это же заслуженные слова. А за эти 30 лет наверняка же журнал изменился, а может быть, даже и не раз. Вот задумки до воплощения, вот за эти все годы, какие именно изменения произошли? Нет, постоянно происходят какие-то новые рубрики, появляются новые авторы. Вот сейчас даже концепция обложек стала меняться. Мы стали ставить женщин постарше. Раньше были только юные модели, а теперь женщины после 30, иногда после 40. И это интересно, это необычно. У них другие глаза, у них другой жизненный опыт. И читательницы говорят, что им очень нравится такое видеть. Это означает, что журнал взрослеет вместе с читательницами или это какая-то реакция на тренды, скажем так? И то, и другое, наверное. То есть это как-то так случайно получилось, а все сказали, ой, как здорово, у вас возрастная обложка, а давайте дальше, нам интересно. Вот. А что касается юбилейного номера, вот там тоже были совсем такие новые штучки. Например, мы сделали что-то такое вроде доски почета. Поставили 3 фотографии тех, кто работает над журналом 30-летней давности, какими мы были тогда. И написали, чем занимались.
Так вот, встроенные ряды журналистов и компьютерщиков прорвались врач-инфекционист, например, модель. И даже оказалась бригадир овощеводов в теплице. Очень интересно смотреть на нас тогдашних. Кого-то очень трудно узнать, кого-то легко. Но потрясающе интересно. Также есть рубрика. Знаете, за 30 лет это же новое поколение выросло. Выросли дети, у кого-то внуки появились. И жизнь изменилась коренным образом. Мы сделали такую рубрику: что пришло в нашу жизнь за 30 лет и что ушло. И что же? Это уже так стремительно несется, что... Ну, какой-то топ-3 давайте осмотрим. Когда я... Что-что? Ну, хотя бы топ-3 давайте рассмотрим. Что пришло, что ушло, вот хотя бы какие-то три вещи, вот самые такие топовые. Что мы начинали когда-то... когда я начинала работать в советской молодежи, так же, как мои коллеги, многие журналисты писали свои статьи от руки, относили... У нас был такой цех машинописный, где сидели машинистки. Они набирали с руки эти тексты, и потом они уже шли до производства. Даже теперь я помню этот цех. Невозможно вообразить. Да. А вы помните... с каким оборудованием мы ходили брать интервью. У меня был огромный какой-то магнитофон, не помню, как он назывался, может быть, Регон, а может, я уже придумываю. А сейчас достаточно нажать кнопку в телефоне. А вы помните, что 30 лет назад у нас еще были носовые платки? А сейчас мы все забыли об их существовании. Ну, вот такие какие-то приятные мелочи, удивительные, что... Так смешно наблюдать, осознавать, вспоминать. Вы помните, что у нас были пейджеры когда-то, которые очень быстро умерли? Тут тоже интересно. А еще у нас в журнале рубрика про путешествия Лилит по миру. Стала доброй традицией брать Лилит с собой в путешествие. Очень часто его покупают в аэропорту и читают на борту самолета. И когда-то кто-то начал сфотографировать Лилит в необычной обстановке. И вот у нас собралась целая галерея. К сожалению, на разворот вошло не так много фотографий. То есть у нас Лилит и в Сингапуре, и в глухой российской деревне, и в Антарктиде, и в Мексике, и с какими-то аборигенами... Новой Гвинеи, и кот читает, и олени там есть, и живописная группа загорающая где-то в предгорных вершинах. Вот такое, такие пути... Так, я все загородила. Вот такие путешествия Лилит по миру. А теперь вы загородили микрофон. Стало хуже слышно. Так, а вот сейчас лучше. Сейчас и видно, и слышно, да. Прямо. Давайте как-то зафиксируемся. Да, эти путешествия журнала, с позволения сравнить, гораздо интереснее путешествия гнома Эмили. Инна, а вот 30 лет, если так перенестись на 30 лет назад, вот что послужило причиной? Вот как, я уж не знаю, там Станиславский с Немировичем Данченко посидели, значит, в Славянском базаре, и появился МХАТ. Вот каким образом появилась идея журнала, кто с кем встречался, кто с кем обсуждал, в каких условиях? Где сидели вы, хочет спросить Олег. Мы сидели все в советской молодежи. Наверное, кто-то из читателей не помнит, что была такая газета, но к 90-м годам ее тираж приближался к миллиону. Это была прекрасная газета с великолепной командой. И это было время перестройки, и когда вдруг стало можно делать какой-то свой бизнес. И все наши коллеги вдруг начали что-то делать. Кто бизнес-газету, кто криминальную газету. Был даже эротический журнал. И в какой-то момент мы с девушками, сидя в кафе «Дома печати», подумали, а почему бы и нам что-то не попробовать самим. И это оказалось достаточно легко и просто в то время.
самый первый журнал, как сейчас помню, у меня до сих пор хранится в доме. По-моему, страниц 40. Зрелище ужасное. Бумага ужасная. Качество бумаги ужасное. Фотографии чудовищные. Ну вот так мы начинали. Так было у всех. И зато теперь красивый, глянцевый. Уже давно красивый. Я думаю, что теперь, конечно, его приятно взять в руки. И приятно отмечать тот факт, что среди наших читателей достаточно много мужчин. Это радует. Конечно, всем нравятся веселые картинки и умные профессиональные тексты. А вот скажите, тогда вы решились на этот эксперимент, и прозвучало, что было достаточно легко решиться. На что решились бы вы сейчас? На запуск чего? Ну, останемся в медийной сфере. А вот сейчас я уже, мне кажется, что сейчас гораздо проще придумывать что-то в интернете, а с бумажной прессой у нас большие проблемы, потому что интернет очень серьезный и сильный соперник. Лично я провожу, например, в Фейсбуке очень много времени, и у меня у самой давно стало меньше времени, например, читать те же книги. И многие читатели точно так же. Когда я спрашиваю, что вы читаете, они говорят, мы ничего не читаем. Мы сидим в интернете. Ну вот, к сожалению, мир в этом плане тоже очень сильно изменился. Про новые проекты пока не готова говорить. Мы только что вот выпустили этот юбилейный номер и полны надежд и сил идти дальше, пока бумажная пресса кому-то нужна. Вот, Инна, скажите, а чем вот действительно заполняется журнал? В чем отличие вот материалов, так сформулирую, которые появляются в журнале, от того, что можно найти в интернете? Вот просто нагуглив там что-нибудь, Google, расскажи-ка мне что-нибудь интересное. А вы знаете, а, наверное, какой-то вот, как кто-то скептически улыбнется, наверное, живой энергии. У нас все материалы оригинальные, да, то есть мы не скачиваем с интернета статьи, даже если мы делаем статью о какой-то известной личности, это не интервью, то это большая работа выбора из кучи материалов самых интересных фактов, такая большая серьезная компиляция. У нас живые интервью, у нас серьезные психологические какие-то статьи. За всем этим стоит энергия. И когда я иногда вот смотрю в Норвессене, что выпускают другие издательства, ну вот я как-то физически ощущаю, что вот это издание состоит из каких-то перепечатанных статей, и в нем нет ни энергии, ни любви. А вот мы все 30 лет вкладываем душу, вот правда, извините за пафос, и, может быть, именно поэтому мы живы, у нас до сих пор большая армия читателей, и мы не надоели друг другу, и это очень важно, мы нужны друг другу. Скажите, пожалуйста, вы упомянули Норвессен, уж коли речь зашла об этих торговых точках. Учитывая последние обстоятельства и отказ от российской прессы, станет ли вам легче жить? Уменьшится ли конкуренция в вашу пользу? Ну, такой экономического, скорее, характера вопрос. Меньше про душу, больше про продажи. Вы знаете, ну, может быть, нас будут больше покупать, потому что конкурентов стало меньше. Да, хотя нам самим этот факт очень печален, потому что были хорошие журналы, из печати ушла даже Лиза для рукодельниц, для тех, кто шьет. И чем меньше рынок, тем хуже для читателей на самом-то деле. Ну, согласен, печально, конечно. Я тоже любил покупать различные, ну, в основном, конечно, так называемые мужские журналы, мне их не хватает. Это уже была многолетняя привычка. Конечно.
конечно. И смотрите, а у меня такой очень любопытный, ну, не знаю, такая ассоциация. Журнал, вот это какой-то сложившийся коллектив, это определенный бренд, люди знают, что они хотят, и можно провести параллель, я бы все-таки вот неожиданную, с музыкальной группой. Но вот как есть группа, иногда бывает, что в группе начинается текучка кадров, какие-то группы остаются, вот невозможно представить себе, чтобы Beatles, например, собрали, или Led Zeppelin вот в каком-то новом составе, там, поменяли вокалиста, взяли кого-то. В каких-то группах это возможно. Вот с какой бы группой вы сравнили журнал «Лилит», я уж не знаю. Вот, Ну, у нас девочки, группа в основном мальчуковые. Spice Girls. Блестящие. Абба. А, вот я очень люблю Аббу. Я не знаю, можем ли мы с ней себя сравнивать. Но она такая многоголосая, она такая богатая на музыкальные находки. Я обожаю эту группу. Мне было бы лестно себя сравнить, наш журнал сравнить с ними. Вот, нашли параллель. Да. У меня почему-то сразу, вот почему-то Абба вот была в ассоциации. Я не знаю почему. Вот не могу объяснить, как какой-то как вибрации или что, вот какие-то. Тонное поле, да, сработало. Здорово. Ну что же, наверное, нам нужно будет уже... Да, потихонечку пора прощаться, к сожалению. Еще раз поздравляем с юбилеем. Да, с таким налетом грусти, конечно же, но жизнь продолжается, война рано или поздно закончится. А вашему журналу, безусловно, мы желаем бесконечного продолжения. Процветания верных читателей и читательниц, конечно же, чтобы новые интересные материалы, чтобы это была всегда большая радость встречи с журналом, и чтобы всегда... Читатели знали, что они найдут что-то новое, чего они не найдут в интернете. Оригинальные, интересные материалы с душой и с энергией. Спасибо, ребята, огромное. Я была очень рада вас видеть. Как-то в последнее время мало кого видишь, мало кого услышишь. И просто когда люди при встречах или прощаются, все так задерживают друг друга в объятиях. Сейчас хочется вас тоже обнять. Рада, что все живы-здоровы. Чтобы все напасти, все проблемы, все горе, все ушло, и мы вернулись к мирной жизни. Я вас обнимаю, и до новых встреч. Спасибо. До новых встреч. И миру мир. И Наконевская, журнал «Лилит» была с нами этим утром. Вы слушаете радио «Болтком».